кандидатурах мы еще поговорим. Вообще у голландцев снова подрастает очень много молодых талантов, но у них нет совершенно никакого опыта. И, собственно, в этом и заключен провал сборной Голландии на чемпионате Европы. А это 1-0 сборная Болгарии после ошибки голландской обороны. Открывает счет. Да, не заполнен стадион в Софии, но тем не менее сборная Болгарии забивает и заставляет даже тех немногочисленных болельщиков вопить, что есть мочи. Деликт ошибся, и под разговоры о неудачном отборочном турнире к чемпионату Европы Голландия играет неудачно у себя в обороне. Длинный заброс вперед. Деликт упустил соперника, который принял мяч на грудь и отправил мяч уже в пустые ворота, после того, как играл еще и Йеруна Зута. Итак, Делев 1-0, 9-й номер и 5-я минута. Зарев, кстати, подсказывает там. Справляется Деликт. Мяч снова возвращен в болгарскую атаку. Опасно. Удар и гол! Вот это да! Вот это начало! 2-0 сборная Болгарии выигрывает у команды Голландии к 20-й минуте. Ничего себе начало! И какой красивый гол! И снова этот длинный заброс, и снова с ним не справляется Деликт. Это он выбил мяч на голову сопернику, а своего-то игрока он упустил из виду. И этого оказалось достаточно, чтобы счет стал 2-0. И снова 9-й номер. Снова 9-й номер Делев. 2-0. Второй матч в этом отборочном турнире. И два мяча. Оба в ворота сборной Голландии. Удивительно.